Юбилейный вечер Мэтта Лайзан продолжается. Володя Иванов, ныне учащийся средней специальной музыкальной школы имени Гнесина, 8 класс. У Нэдды Айзян он занимался 3,5 года. Жил в Рыбинске и ездил на уроки в Ярославль. Эти 3,5 года стали временем очень быстрого творческого развития и роста юного музыканта. В результате занятий с Нэддой Айзян Володя Иванов стал дипломантом конкурса «Щелкунчик» телевизионного и лауреатом первой премии международного конкурса юных пианистов в Испании в 2015 году. Жюри этого конкурса возглавляла известный музыкант Оксана Яблонская. Она дала очень похвальную оценку выступлению этого юного российского музыканта Володи Иванова. Конечно же, он не мог не приехать на юбилей любимого педагога, и по просьбе Нэдды Айзян он сегодня исполняет «Адажио Майстоза» из музыки Чайковского к балету «Щелкунчик». Володя Иванов. Thank you.
представить вам самых преданных, самых добрых, самых любимых друзей Нэнда Изян, которые сопровождают ее на протяжении всей жизни. В одном из интервью Нэнда сказала: «Обожаю животных». И действительно, они окружают ее на протяжении всей жизни, с детства. Это самые преданные, верные и любимые друзья, утверждает пианистка. Чтобы познакомиться с ними, заглянем в гости к музыканту. В этом доме царит необыкновенная атмосфера. Здесь много картин, фотографий, растений и даже деревьев. Так что, переступая порог этого гостеприимного дома, попадаешь не то в галерею, не то в сад, не то в оранжерею. Среди этих зарослей нетрудно заметить четвероногих любимцев Нэнды. Знакомьтесь, Тимофей, или просто Тим, самый старший из них, отличается необыкновенной отзывчивостью на музыку. Любит подпевать, когда хозяйка занимается с учениками, не пропуская ни одного музыкального занятия Нэнды. Язик, младшенький, ему только год. Очень воспитанный год, знакомый с обеденным этикетом. Левша, что выдает творческий натур. Красавец Себастьян, курильский бобтейл, впрочем, как и Ясик. И Буся, старшая сестра Себастьяна Ясика, которая любит умывать своих братьев, следить за их чистотой и охраняет их сон. Сын Нэнды Дима, который живет и работает в Санкт-Петербурге, навещая маму, подарил ее животным роскошный ларец. В нем есть где поспать, поиграть, пошалить и просто полежать на верхней полочке. Несколько лет назад в гости к Нэнде приходили журналисты с телеканала «Ярославль». В то время у нее жили Макс и Шут, которые снимались в телепередаче «Домашние любимцы». Шурика принес музыкальное училище любимый ученик Нэнды Изяна, не смог пройти мимо маленького заморыша, а Аизия не смогла бросить котенка на произвол судьбы. Сколько бы это было плохо. И вот так вот, когда я его трогал, вот так вот, в училище, боже мой, там под пальцами живого места не было, ни плохи. Все живое, наверное, все живое, все милость. Как он оказался на улице, он породистый сибиряк. Макс – чистюля и интеллигент. Категорически не терпит над собой никакого насилия. В отличие от Шурика, который на правах хозяина активно участвовал в нашей беседе, Макс деликатно при ней присутствовал. Наша анкета. Имя – Макс Фондюль. Семейство – кошачье. Возраст – 6 лет. Отличительные особенности – ярко выраженный интеллигент. Характер – деликатный. Можно сказать, что они ваши дети? Ну, конечно. И любимые. Пришел маленький мальчик. Он был очень талантлив,
настолько талантлив, что некоторое время спустя она решила показать его Неди Айзян. И они вместе стали с ним заниматься, готовить конкурсы, на которых этот мальчик всегда становился победителем. Гран-при на конкурсе Львовой, лауреат первой премии на конкурсе Алексея Наседкина, это наши ярославские конкурсы, и, наконец, на знаменитом международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик» этот мальчик был достоин золотого щелкунчика. Он стал гордостью и Светланы Горбуновой, и Неды Айзян, и своей учительницы по музыке в общеобразовательной школе, в которой он учился. Это 14-я школа, а учительницу музыки зовут Кузнецова Ольга Вячеславовна. И вот к ней на урок этот мальчик приходил и все время говорил: «Ольга Вячеславовна, я разучил новое произведение, разрешите, пожалуйста, я сыграю его ребятам?» Она говорила: «Конечно, сыграй, но только потише, потому что в школе всюду идут уроки». Но играть шепотом мальчик не мог, хоть он был маленький, худенький, пальчики тоненькие. Он все равно играл очень ярко, вдохновенно, поэтому у дверей класса музыки всегда собиралась толпа слушателей. Ну, безусловно, вы уже давно догадались, о ком я вам говорю, о каком мальчике. Он стал гордостью не только своих педагогов, но и всех нас, ярославцев, профессионалов, любителей музыки, просто жителей нашего города. Все мы с восторгом, замиранием сердца следили за его выступлением на этом конкурсе «Щелкунчик». А понимающие, конечно, отмечали: да, безусловно, мальчик очень талантлив. Но так его играть могла научить только Неда Айзян. Это ее школа. Александр Доронин. Фредерик Шопен, ноктюрн си мажор, опус 9. Thank you.
первую пьесу Петрушки. Мне очень нравится, как ты это делаешь.